Для нас большая честь, то, что она показывает, именно открывает свою коллекцию у нас. Дальше она ее везет в Нью-Йорк, и это очень приятно. Только в Украине она показывает даже не в Киеве, не во Львове, где она сама живет, а именно в Одессе. И потом сразу же она уезжает в тур по Америке, где именно эту же коллекцию она и будет демонстрировать. И это мы, ну как бы я очень горд тем, что она вот нам доверяет. Она помнит, она приезжала, одна из первых звездных гостей, которые были на те времена года. И она тогда уже в нас верила и поддерживала. Ну и вот сейчас не изменила нам. По техническим вопросам, то есть я думаю, что вот Иван Томашевский расскажет. Там тоже есть масса нюансов, которые вот бедняга никогда не знал, что он будет этим заниматься. А тут вот мы нашли такое вот трио депрессия, да, вот мы нашли друг друга. И, в общем-то, все счастливы, ну, пока что. Стараемся, во всяком случае, сделать общее дело, чтобы это было действительно интересно и не так, как у всех. Я хочу немножко еще добавить о формате нашего фестиваля. Мы очень высоко ставим планку в развитии и реинкарнации данного фестиваля Ukrainian International Fashion Fest. Последующие мероприятия, которые мы будем проводить в следующем году, мы планируем проводить за рубежом. То есть ставим перед собой задачу выводить.